Здравствуйте. Мы приехали в Евроазию, Алматы. Нашему любимое уважение клиентам Дина. Дина здесь продает наш все ассортимент оптом. Я хотел вам познакомиться. Вы знаете, но я хотел еще раз познакомиться. Как ты, Дина? Хорошо, спасибо. Рада вас видеть. Спасибо. Да. Вот. Как бизнес, как нормально или как? Бизнес хорошо, потихонечку. Торгуем, идем, клиенты привыкают, приходят. В принципе, Казя, которую люди знают, они сами уже как находят. Ты продаешь оптом? Ну, объясни нам, потому что тоже, мне тоже пишет, у вас есть там Казахстан оптом? Я говорю, есть там, Дина есть, Дина продает оптом. Ну, какой сумма, какой, сколько серий можно купить, как они могут платить тебе деньги, почем продаешь, или вот. Объясни нам, пожалуйста. Так, получается, у нас минимальный заказ одна серия. Одна серия, да. Ты можешь отправить везде. Любой город по Казахстану отправляем авто, ну, имеется КамАЗ, автобус, газель, без проблем. Также отправляем Казпочты, у нас почта казахстанская есть, и авиа. Во все города Казахстана мы отправляем сразу же. Заказывают, сразу же мы собираем и отправляем. Без проблем доставка идет. По цене, если мы взять по цене, у нас получается оптовая цена, как в Турции. Плюс мы карго за килограмм только добавляем, ну, как и все оптовики получаются. Но плюс в том, что если они у нас в Алмате, у нас Казахстан, если у меня когда берет, плюс у них... карго экономит, на место экономит, получается, экономит на перелет, если они собираются в Турцию. Также они экономят время доставки. Абсолютно. Быстро доставляют. Еще они платят тебе казахские деньги. Вот. Да, я принимаю, получается... Через банк, через электрон. Да. Получается, у нас оплата идет в тенге. Да. Мы принимаем через Каспий банк. Через Халык банк принимаем. Также мы и в кредит можем оформить, и в рассрочку можем оформить. Через Каспий Пэй мы тоже оформляем. У нас без проблем оплата идет. Оплатили, сразу у нас компьютер, чек вбиваем, сразу отправляем с чеком. Все, по курсу доллара. Постоянный товар есть. Там циклад. Там циклад, везде циклад. Да, каждую неделю приезжает новый товар, Дина берет. Вот. Да. Еще берут казахстанский, потому что Реаль Текстиль, мы работаем мир. Она берет казахский цвет, который продается цвет. Вот это вот ассортимент, который именно на казахский на рынке. Вот. Да. То, что Казахстан покупает. Вот. Да, для казахов цвета. Вот. Для казахов модели. Я беру, есть у нас много моделей, которые мы очень хорошо продаем из Стамбула. Вот она сейчас мне показывает, мне хорошо продается. Да, потому что у нас свой менталитет. Свой менталитет. Получается, у меня товар на наш менталитет идет. Я уже, в принципе, знаю, что казахи одевают, абсолютно, что наши местные, ну, другие национальности одевают. Поэтому у нас такой выбор идет. Да. Русский другой берет, украинский другой берет, европейский другой берет. Да, каждый. Да, под наш менталитет мы продаем товар. Бывает у нас и каждую неделю, бывает неделю два раза мы закупаемся. Да. Бывает мы не успеваем, но получается заказы идут. Товар заканчивается, мы говорим клиент, подождите, сейчас у нас через два дня, благо то, что ваши менеджеры быстро нас обслуживают и быстро нам доставляют это все. Если у вас на фабрике есть, мы уже сразу визируем и сразу забираем. Но ходовые модели, как вы знаете, вы тоже не успеваете. Еще она заказывает на фабрику тоже. Посмотрите, еще мы партнер. Это я хочу говорить. Это мы партнер. Мы все партнерам, это мы это говорим. Есть у нас партнер на русский, страна, Эльмира. Она нам говорит, Эльмира, я хочу такое русский с менталитетным товар. Мы эту фабрику делаем, оправим им, именно им. Тоже, Дина тоже говорит, я, Эльмира, Казахстан это хотят, такая хотят. Делина или другое, вот поэтому людей. Вам это купить, если вы на Казахстане, вот ваш бутик или я не знаю,
вам это легче будет, это прямо вот правильно будет вам с ними работать. Да, вот, вот это вот интересно. Да, да, очень выгодно. Да. Принципе... Вот Маша продает оптом, да, а она продает оптом из там. Маша продает, мир продает. Вот. Угу. Приезжает Маша иранский, иракский, вот бардак там, африканский. Кому учить там? Вот, русские, молдовы, вот везде. Молдавия у нас вот очень много. Поэтому, поэтому конечно, мы клиентам говорим, Казахстан это продается лучше. Это, ну, мы не здесь живем, да, вот. Кто живет, тот лучше знает. Тоже не знаем, вот. Да, да, да. Вот. Дина, молодцы. Вот так вот женщина, такая принципиальная работа. Абсолютно. Да. Абсолютно. Да, она недавно начинала работать уже, но слава богу, очень хорошо продаются. Мы очень довольны с ними работать. Спасибо огромное тебе. Вот поэтому, кому это точно говорю, вот, Алматы, все позвонить мне, понял? Алло, Эмре. И у вас есть нету. Ну, там другого сына. Я говорю, нет, она продает оптом. Ну, она будет это, вот, нет, вот, она серьезно, хлеб кушает и работает, и честно это бизнесом делает, вот. Да, поэтому, да. Пожалуйста. Да, да, если честно говоря, я вот в октябре, с октября месяца, да, мы начали, да, как сотрудничать, да, я как открыла, да, этот магазин с октября, да, месяца, да, только вот в конце 2023, да, года, и мы... сильно не добавляем, мы не отходим, да, от, да, вашей, да, суммы, от фабричной суммы, да, потому что мы людям не хотим брать, мы, да, говорим абсолютно людям, наши цены, как турецкие фабричные цены. Ну, вы оптовики, да, все, да, правильно. Да, да, да. Как что... люди могут вам позвонить, ну, как вы можете... Адрес скажи, адрес, свой. Адрес, WhatsApp номер, я не знаю, как вы? Наш адрес, мы, получается, находимся в городе Алматы, район Барахолка. Торговый центр Евразия, третий этаж, 305-й бутик. Вот как увидите, написано Кази. Также вы можете по WhatsApp заказать. А мой номер телефона в Инстаграме все указано. Продиктую 8-707-656-48-28. Номер Кази. Казя Алматы. Казя Алматы. Если, да, вы писаете на Инстаграм Казя Алматы прямо. Да, да, что у вас Казя есть Телеграм? Это Алмата именно. Да, Дина, да, у вас есть Телеграм? Телеграм канал у нас есть, но в связи с того, что чуть-чуть помехи бывают в Телеграме, у нас сейчас мы не успеваем их загружать. Но в Алмате, да, Инстаграм хорошо работает. Инстаграм. В у нас в основном, плохо, да, хорошо, да, очень, да, у нас Телеграм чуть-чуть плохо, да, работает. А мы каждой моделью стараемся, конечно, выкладывать в Инстаграм, но по цене мы не пишем. В Инстаграме никогда цены не, да, пишем. Да, тоже зачем нужно? Просто писать? У нас клиенты тоже пишут, почему вы в Инстаграме сразу цены не пишете. Все сразу, правильно, да, мне кажется, хочу правильно озвучить, почему мы не пишем. Это в интересах оптовиков тоже мы не это пишем. Это не серьезный клиент. Да, это уже, розничный клиент, это, да, пишут, розничный, поверь, когда клиент. Чтобы узнать, пишет, она розницу берет, да, какая, да, разница, да, в цене, да, да, опт, да, между оптами и розницей. Тоже, короче, это Алматы, наш точка, это Казе, вот видите, вы здесь спокойно купите наш товар, вот наш все ассортимент здесь. Мы очень довольны, спасибо тебе, спасибо, Дина, Иван, точно. Мы очень довольны над Диной, работаем. Поэтому спокойно вы можете заказывать. Я сегодня хотел познакомиться. Вы, может быть, и знаете, но это вот так будет. Всем спасибо. Пожалуйста, вам, всем, вам спасибо. Вы с нами вот дружите. Еще праздником тебе. Спасибо большое. Так что приобретайте фирму Кази Алматы у Дины. Вот. Она адрес вам Юра сказала, Азия, и ниже мы еще напишем Юра адрес. Юра Азия, третий этаж. Юра Азия, третий этаж. Да. Да. Ждем всех вас. Хорошей торговли тебе, Дина. Хорошо. Спасибо. Обязательно. Хорошее процветание. Дай. Чтобы долго-долго вместе работали. Ишалла. И всего самого хорошего. Да. И с праздничком тоже. Да. От фирмы Кази, от меня, вон от Кадыра. Кадыр у нас просто сейчас репортер. Видеоролог. Репортер. И от него. Спасибо за цветы. Люблю розы особенно. И я люблю. Выбирала я. Мои любимые. Спасибо вам. Пожалуйста.
Всего хорошего. Спасибо. Спасибо большое.